Привет-привет, друзья! Всем привет с Аляски! Свое сегодняшнее видео я хочу сделать о аппаратуре, компьютерах и других устройствах, которыми я пользуюсь. У меня сегодня есть очень хороший повод для того, чтобы сделать это видео, но я о нем пока рассказывать не буду и оставлю это на самый последок, как бы на закуску, скажем так. На самом деле у меня вот этих всех устройств гораздо больше, лежит по разным ящикам какие-то старые компьютеры, телефоны и камеры, фотоаппараты, но этого, естественно, я вам показывать не буду, покажу то, чем я в настоящий момент пользуюсь. Большинство из того, что у меня есть, мне подарил Рикардо. Так у нас исторически с ним сложилось, что на два праздника, на мой день рождения и на Крисмас, он мне дарит такие довольно-таки крупные подарки. И поначалу, когда мы только поженились, он меня спрашивал, что я хочу, может быть золото, может быть какую-то бижутерию, может быть что-то из одежды или еще и так далее. И, честно говоря, я к золоту и бриллиантам очень равнодушна. Мне это не интересно, а я люблю аппаратуру, технику и вот такая компьютерная душа. Рикардо это очень, наоборот, даже нравится. Он с удовольствием, он все-таки мужчина, и мужчине интереснее покупать аппаратуру, и поэтому он с удовольствием это мне покупает. Заранее, конечно, мы советуемся, он советуется со мной, что я хочу, что на данный момент мне надо, мы это обсуждаем заранее, и, как правило, все вот эти подарки покупаются задолго до самого дня рождения, заказывается что-то по интернету, что-то покупается в магазинах Best Buy, например, но последнее время, вот поскольку его здесь нет, то он все это заказывает по интернету в основном. Итак, начинаем. Приступим. Вот мой iPad-ик, iPod. Рикардо мне его подарил на день рождения 3 года назад. 3 или 4 года назад, я уже не помню. Мне он очень безумно нравился. 64 гигабайта памяти. У меня миллион книжек в нем закачано. Было и фильмы я по нему смотрела. Я очень любила брать этот iPod куда-то в дорогу, в поездки. Но сейчас вот он уже старенький, и батарея вообще не держит. Единственное, что я могу по нему слушать еще аудиокнижки. Вот в Гонолулу я когда гуляла вдоль канала, я брала с собой его и вот слушала. Это немного занимает батареи, такие книжки. Но вот чем дальше, тем меньше, я не знаю, что сделать. Может быть, поменять батарею, может что. Но, честно говоря, уже он у меня морально устарел, хотя внешне он, конечно, вообще как новенький. Дальше. На позапрошлый день рождения он мне дарил iPad. Вот iPad-ик свой я очень люблю. Я, к сожалению, им редко пользуюсь, потому что дома у меня есть ноутбук. Но в дорогу это очень помогает мне. Еще живя в Италии, 5 лет назад Рикардо дарил мне маленький ноутбук, нетбук такой с диагональкой 10 или 11. Я им пользовалась, да, когда куда-то ездила в дорогу долгое время. Но потом, вот после того, как у меня появился этот iPad, мой маленький нетбук перешел плавно к Рикардо. У нас вообще, хочу сказать, так заведено, что мне покупается что-то новое, а мое... Ну, оно не старое, конечно, но то, что мне уже не нужно, переходит к Рикардо. Он не очень гонит, скажем так, по новой технике, и поэтому с удовольствием пользуется тем, что ему достается от меня. На прошлый день рождения он мне подарил вот этот ноутбук Sony. Я захотела в белом цвете, не знаю, почему-то последнее время меня... тянет просто на белый цвет. Не могу понять, что все хочу покупать в белом цвете. Раньше я любила коричневый, черный. Вот тот же, например, iPad у меня в черном цвете. Вот эта панелька 2 года назад. Два года назад я еще хотела его в черном. И только в черном. Вот сейчас, если меня спросить, я бы уже обязательно купила его белый. Не знаю почему. Так вот меняются вкусы. Сонечку свою я очень люблю. Очень. Она у меня идет с дополнительной вот здесь с экстра батареей, которая держит еще плюс 4 часа к тому, что есть на ноутбуке.
Конечно, дома я его держу включенным в розетку, но все равно бывают такие моменты, что иду куда-то на кухню или еще куда-то, я его таскаю везде с собой, он у меня вообще кочевой такой, по всей квартире за мной ходит. И поэтому мне очень удобно, что вот здесь большая батарея, где-то, я не знаю, может быть, не буду врать, может быть, на 8 часов все вместе, и компьютерное, и вот это вот дополнительное хватает. Так, дальше. Камера. Canon камера старенькая. До этого была еще другая Canon. Ею сейчас, опять же, пользуется Рикардо. Это у меня тоже уже старенькая. Ее, я не знаю, может быть, 4 или 5 лет назад тоже покупали. И на Крисмас, наверное, мне Рикардо ее дарил, я так думаю. И я хочу сейчас новую камеру, поэтому это... И пользуюсь ей сейчас очень-очень редко, потому что делаю фильмы, в основном фотографии практически в последнее время не снимаю. Дальше у меня есть два вот таких хард-драйва. Они небольшие, на 250, один, по-моему, а второй на 500, или оба на 250, или оба на 500, что я забыла совсем уже, на которых я храню информацию. Первый самый, который купили, у меня был вот точно такой же, только синенького цвета. Я хранила на нем информацию. Нет, я тогда не хранила информацию, я просто сбрасывала на него какие-то фильмы и смотрела. И в один прекрасный момент я прибиралась и как-то неудачно его пододвинула. Он даже не упал, он как-то вот так вот подпрыгнул и перестал работать. И все, вся информация на нем пропала. И после этого я боюсь потерять фотографии, в основном фотографии. Все остальное можно скачать, можно восстановить, но не фотографии. Поэтому я их храню, и вот как какие-то ценные документы, что-то то, что мне нужно, я храню в двух экземплярах. То есть вот этих у меня два харддрайва, они, можно сказать, идентичные, одинаковые, скажем проще. Вот. И я в любой момент знаю, что даже если один из них полетит, то у меня всегда есть информация на втором. Так. Что еще? Наушники. Наушники панасоневские. Не супер-пупер, они такие обыкновенные. Ими я пользуюсь крайне редко, потому что у меня были до этого наушники Wi-Fi, то есть можно их было не Wi-Fi, а Bluetooth, которые подсоединялись без шнура, я их могла одевать и ходить по квартире. Потом что-то они у меня заломались в Гонолулу, и я их выбросила. Сейчас вот надо будет мне присмотреть себе новые наушники без шнура, потому что со шнуром смысла нет, ты привязан к компьютеру, все равно не отойдешь от него. Дальше... Вот такая мелочевка. И вот, кстати, вот эти наушнички, я их купила, они у меня новенькие, Apple-овские тоже. Вот их я гораздо больше люблю, ими пользуюсь гораздо чаще. Куда-то в дорогу, в поездки, в самолет, где-то я иду, и вот даже к тому же iPod-ику я подключаю вот эти наушники и ими пользуюсь. Вот эти у меня тоже штучки к iPad-у. Переходнички, но тоже я, честно сказать, ими практически не пользуюсь. Я их купила, потому что они такие хорошенькие, мне понравились. Вот. И вот этот вот у меня соневский сам драйв. Этот флешка. Вот он на 32 гигабайта. Хорошенькая такая. Вот тоже беленькая. Я ее полюбила за цвет в том числе. Хотя у меня вот такая есть флешка тоже, еще меньше. Тоже на 32 гигабайта. Вот она, насколько меньше. Вот это вообще малепусенькая. Вот она. Очень ее люблю. Она у меня всегда с собой. Куда бы я ни шла, она всегда привязана у меня к телефону. И последнее, что у меня есть, это вот телефон. Телефон очень простой, очень обыкновенный. Samsung. Я не знаю, за сколько там, за 50 долларов, если не меньше. Вот. Такой вот, за 10 даже, по-моему, долларов я его покупала в Walmart. Вот такой совершенно обычный телефон. И поэтому мы плавно переходим к тому, что я вам говорила, я оставила на закуску. А это... Ба-бам! iPhone 6, который еще даже не вышел. Он выходит 19 числа. И сегодня Рикардо его уже заказал с официального сайта
apple.com. Вот такой вот в белом цвете, с белой панелькой. И придет он ко мне, как только так сразу, обещает где-то к началу октября. И это мой подарок на день рождения, у меня 8 ноября. Вот тут, кстати, на сайте есть сравнительная характеристика. Это вот последний, который был, iPhone 5s. Новый он чуть-чуть повыше, чуть-чуть побольше. Я заказала вот этот, средний, небольшой. И еще есть iPhone 6 Plus, который вот такой вот огромный, большой. Но я решила, что нет, что я не хочу. Классный, конечно, я почитала здесь и характеристики, и все на свете. Он идет 16 гигабайт, 64 и 28. То есть, если раньше шли 16, 32 и 64, то теперь вот 64 это как бы средняя величина. Купили мы не по плану, вот здесь цены стоят за план. А мы купили разлочный телефон, я не буду врать, но, по-моему, Рикардо мне сегодня сказал 750 он или 800 долларов ему обошелся. Так что я жду свой подарок на день рождения скоро и уже в предвкушении. Тут и камера классная, я могу даже снимать на камеру в таких вот местах, в которых... И, кстати, я забыла сказать, чем вот я снимаю. У меня камера Sony. Я люблю свою Сонечку очень сильно, но она такая сильно заметная. Куда бы ни зашел, всегда бросается в глаза, что ты с камеры и снимаешь. Вот в таких местах, где, может быть, в магазинах, где-то, где не так явно, чтобы было с камерой, можно будет снимать и на телефон. В общем, вот такие вот у меня классные новости. Первый раз, кстати, хочу сказать, что у меня телефон нормальный будет в первый раз, вот такой вот солидный iPhone. Я сначала хотела купить Samsung Galaxy и заказала ему, говорила, что хочу Samsung Galaxy, но тут, как назло, вышли вот эти новые iPhone 6, и я решила, что хочу его, поскольку это новый. В общем, вот такой получился у меня сегодня небольшой обзор моей аппаратуры. И на этом я с вами прощаюсь. Всех целую, всех люблю. Желаю всем счастья, удачи и новых айфонов. Пока-пока!